открытому чемпионату Канска по волейболу был дан еще в начале года. За это время на поле прошли десятки игр, в результате которых и определились четыре самых сильнейших команды. МЧС, Лама Джо, Бородино и Ветераны. Последние самые опытные спортсмены, но при этом им было чуть сложнее противостоять молодым волейболистам. Воля к победе и сплоченность позволила им добраться до финального этапа. Играть с молодежью, конечно, нам тяжело, потому что молодежь сильнее, выносливее, прыжки у них выше, удары сильнее. В этом году подобрался хороший состав команды, поэтому мы собирались, такой дружный коллектив у нас, и все хорошо получается. Все игры сегодня красивые, они не просто так, что команда одинаковая, и вот прямо каждая игра как финал. Игры и вправду были красивыми, но по итогу ветераны заняли лишь четвертое место, сначала совсем немного уступив команде из Бородино, а в борьбе за третье место проиграв Лама Джо. Но сами спортсмены отметили, что выйти в финальный этап для них уже почетно. А единственные гости на соревнованиях – волейболисты из Бородино, которые по итогу боролись за первое место, признались, что остались под впечатлением от прошедшего чемпионата. Вообще классный турнир, на самом деле очень хочется занять первое место. Команды все хорошие, сейчас играли с ветеранами, просто молодцы. Вообще, в основном команды сильные все. Было пару таких более-менее команд, конечно, но в основном все команды сильные. И как бы удовольствие со всех игр получали. Ни одна из команд не собиралась отдавать победу без боя, именно поэтому каждая игра финального этапа была по-настоящему зрелищной. О разгромном счете или проигрыше, так сказать, в сухую и речи не шло. Волейболисты подключили все свои силы и выкладывались на поле по полной программе. Накал заметили не только участники соревнований, но также зрители и организаторы. Ну, насчет соперничества, вот вы сейчас сами видите, борются, сейчас пятая партия, то есть, ну, конечно, до этого играли тоже очень жестко. Игры интересные, конечно, в финале-то участвуют сильнейшие, то есть у нас есть и послабже команды, но они и отсеялись, конечно. В серьезной борьбе победителями открытого чемпионата Канска по волейболу среди мужских команд стали МЧС. Второе место заняли гости турнира «Бородино», а бронзу получили «Лама Джо». Юлия Олейникова, Вячеслав Морозов, телекомпания «Канск», «Пятый канал».